это спортивный клуб «Пируэт». На соревнованиях у детей часто бывает свободное время после выступления. И сегодня в видео мы покажем и расскажем, чем можно занять себя и какие полезные и интересные развлечения можно придумать. Если есть возможность посмотреть соревнования, то это один из лучших способов провести время и поболеть за своих подруг и соперниц, а также посмотреть, как гимнастки выступают в более старшем возрасте, либо твои соперницы. Если идет перерыв, либо в соревновательном зале нет возможности посмотреть соревнования, то можно найти не менее полезные и интересные занятия. Например, после выступления можно отработать ошибки, которые были допущены на выступлении. Если услышать советы от тренера прямо сейчас невозможно, в случае, если он судит, то тогда можно отрабатывать сложные моменты по своим ощущениям, либо потратить время и получить что-то интересное из того, что ты увидела на соревнованиях у других гимнастов. Часто есть разминочный зал, и девочки после соревнований играют в гимнастику. Кто-то даже приносит игрушки, чтобы играть было веселее. Можно поиграть в разные игры в компании других гимнасток. Если девочки из вашего клуба еще готовятся к выступлениям, то можно познакомиться с гимнастками из других школ и клубов. Играть можно во что угодно. Например, мемори-карточки, когда нужно запомнить, что где находится. Помимо развлечения, это еще и память развивает. Интересное занятие – танграм. Он не только развлечет, но научит терпеливости, усидчивости, вниманию, воображению и логике. Также можно поиграть в лото. В такие игры можно поиграть уже и целой групповой командой, и даже тренера привлечь. Для гимнастки никогда не будет лишним порастягиваться, а так как соревнования закончились, и это дополнительное занятие, то можно себя развлечь чтением книжек или, например, пособирать пазлы. Пишите в комментариях, как вы себя развлекаете на соревнованиях после выступления. И до встречи на канале!